приятный день, и мы уже за полгода второй детский сад открываем. Первый у нас был в Тополево, сегодня в Гаровке 2, и в этом году мы только в Хабаровском районе откроем еще 2, в Мирном и Матвеевке. И все это продолжение и реализация социальной политики государства по улучшению жизни людей. В первую очередь создание условий для деток. И мы выполняем поручение президента России Владимира Владимировича Путина по созданию комфортных условий для всех абсолютно детей. Нравится вам в новом саду? Молодцы!